На очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз съемочная группа телеканала ЛРТ вышла на улицы города, чтобы узнать, какие же планы на осень есть у люберчан и чем планируют заняться в ближайшие месяцы жители округа. Унылая пора, а чье очарование? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы и увядания, в погреце в золото одетые леса. Осень, пожалуй, любимое время года великого классика Александра Сергеевича Пушкина. Мы решили спросить люберчан, какие же у них планы или идеи на осенний сезон? Ну, это хорошее время подумать. Как-то так настраивает мозги на размышления. Потому что летом ты такой... тусить, что-то там с этими, вот. А потом ты как-то так останавливаешься и можешь как-то это все переваривать осенью. Вот мне за это вот осень больше всего нравится. Но еще запахи приятные обычно осенью. Ну, неплохое. А сейчас все приятное время года. Да, после 60 оно как-то все кругом приятно. Сидеть у телевизора. Если будет погода хорошая, конечно, гулять будем. А вы любите вообще осень? Люблю. Хорошую осень. Недождливую. Очень люблю. Особенно сейчас какая рябинка красивая. Красота. Только любоваться на нее. Готовит ЕГЭ ребенка. ЕГЭ ребенка? Да. Одного подготовила, выпустила, в институт поступил. Теперь второго. Да? Да. А отдыхать? Отдыхать? Отдохнем потом. На работе стабильная. Стабильная атмосфера, стабильная работа. На дачном участке хочу провести большое количество, большее количество времени. Хочу посетить мать. Пожалуй, все. Работа. Никаких планов нету. Только работа. А вы уже отдохнули? Нет. Я не отдыхаю, я работаю. Я люблю работать. Отдыхать, а работать? А еще не были в отпуске. А куда поедете? Ну, куда-то за граничку. Чтобы она была теплая, не дождливая сильно. Потому что лето так такового у нас и не было. Итак, планы у всех разные. Кто-то работает, кто-то поступил в университет и продолжает учиться. Ну а некоторые просто собираются отдыхать на даче или за границей. Хотя есть одно то, что всех объединяет. Люберчане мечтают о теплой солнечной осени, потому что яркого лета в этом году катастрофически не хватило. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.